Когда-то Чита была столицей большого государства – от Байкала до Тихого океана. Современники в шутку называли Дальневосточную республику редиской наоборот. Внешне она была белой, а внутри красной. Американский журналист Джуниус Вуд оказался в Чите в 1921 году. Но результатом этого пребывания стало опубликование статьи в журнале The National Geographic Magazine в 1922 году. В финале пьесы герои отрывают этот лоскут от красной материи, и на красном фоне обозначаются буквы РСФСР, которые и обозначали символ новой власти Советской России. ДВР – короткая пьеса в театре гражданской войны.